Которая отмечается 14 апреля. До этого дня всегда у нас белые синие открывали вопросы, которые убивали горечь на пусти, и тогда ее можно было солить. Посмотрите на горшин капусты. На что она похожа? На голову. А по латине голова называется капут. Именно в честь этого была названа капуста. До сих пор она не пилится. Множество подсловиц и поговорок у доброго мужика на воздвижении тень и пирог с капустой. Гнезда капуста в дом не допустит. Вырастешь капусту, до домов не будет пусто. Зимние запасы считались не килограммами, а ведрами и бочками. Именно поэтому в одиночку такие запасы заготовить было невозможно. Их готовили всей деревни, приходя в каждый дом по очереди. И пригласить на капустные вечерки, это означало высказать свое большое расположение. И сегодня вас, дорогие гости, мы приглашаем на наш капустный праздник. Сегодня на празднике организаторы подготовили специально для... И самое первое, что ждет нас сейчас здесь, в фойе Тосинского дворца культуры, совершенно неожиданное и необычное действие, а именно модный показ. Все представленные костюмы традиционной русской девичьей и женской одежды сшиты в мастерских этнообъединения «Вавикут» силами мастериц-участниц проекта «Капуста». А за их головчик да ослядуна, ослядуна.
Ударился. Ты не то снимаешь. А? Не то снимаешь. А что? А это что такое? Деткам раскрашивать карандаш. Давай, 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 давай
А кто там понимает, что такую вещь разводит? А что тут народное, а? Говорит, коньяка не будет. Да? А что у нас запасов нету там, Валь? Мешочку с чем? Пустую.